отъезжаю от магазина. Thank you.
Лева машинка. Выписывает штрафные квитанции. Называются тикеты. Для тех, кто паркуется неправильно. Или подметают улицу в это время, или не в той зоне. Здесь же зоны для парковки. Надо платить два раза в год. Ну, примерно долларов 40, наверное, за полгода. А если ты не в зоне, стикера нет у тебя, то два часа только можно стоять. Они как эти машинки, как пчелиный рой. А в Ричмонде, между прочим, их нет. Так. Улица называется Джозефин. Здесь ветерок потише, а то я ехал, тут такой холодный ветер, да, ужас просто. Так, впереди меня почтовая машина. Сейчас буду перескать улицу Сидор, Кедр, или Кедровая, на которой я жил когда-то, давно. 9 лет я там прожил, между прочим. И сэкономил много денег на аренде, там $525, что ли, платил в месяц. Бесплатная сушилка, стиралка была. Слева машина штраф получила. А, вроде в зоне. Знаешь, когда подметали улицу, водитель не убрал ее вовремя. Еще одна получила штраф. Что здесь написано? А, второй четверг, да. 12:30 до 3:30. Две машины получили штраф. Тикетс. Билеты. Ну а билет, допустим, на проезд в транспорте, это не тикет, а это пасс. P-A-S-S. Вон там справа, типа большого скворечника. На углу. Это маленькая уличная общественная библиотечка. Тебе не нужны книги, туда можно положить. А те, которые понравятся, взять. Ну, вот огородники. На дороге на Велосипедный бульвар. B-L-E-D. Слева еще маленькая уличная библиотечка. И там мне еще две встретятся. Одна на Эдисон, на улице Эдисон, другая на улице Эктон. А вот здесь вот ветер сильный. Как раз со стороны залива, холодный, с запада. Я еду по улице перпендикулярной к заливу, а когда я ехал по улице параллельной к заливу, то ветра такого холодного не было. Был ветерок, но теплый.
Так, слева будет игровая площадка, на которой Марина с Элей любили гулять, когда мы ходили на сполдинг. Мало народу, там же холодно. Сравнительно. Тотленд. Playground называется. Машины. Конечно, джаз. 2Z. Ух! Это какого? 103, знак 113-го немецкого батальона фашистского нацистского. Особый знак висит для велосипедистов, зеленый. Светофор горит там, зеленый велосипед нарисован. Так, слева будет станция метро. BART называется, сокращение Bay Area Rapid Transport. Скоростной транспорт залива Сан-Франциско.
Я остановился в этой маленькой библиотечке, посмотрел. И там ничего интересного для меня не было. Как говорят в Англии, not my cup of tea. Не моя чашка чая. То есть мне не нравится этот чай. Я не люблю его. Так. Слева магазин Target. Продукты питания. Ну, мясо не продают, рыбу не продают. Так, ну, это небольшой, но все-таки для людей, живущих поблизости, это удобно. Экономить время, деньги, вместо того, чтобы ехать куда-нибудь в супермаркет. Так, поворачиваю направо на Эдисон. Слева будет дом, в котором я живу. С 3 октября 2021 года. 6 лет, между прочим, я ждал, чтобы вселиться. Такая очередь была. А сейчас вообще лист ожидания закрыт. Население стареет. Много желающих платить 30% от дохода за аренду жилья, имеется в виду.